школе вожатых прозвенел звонок на первый урок. Учителями в необычном учебном заведении выступили бойцы педагогических отрядов города «Луч» и «Молодой». Об истории образования отрядов школьникам рассказали призеры областного слета студенческих отрядов Василина Шубина и Кирилл Чехов. Когда-то и они только начинали осваивать вожатское мастерство. Сегодня уже передают свой опыт младшим коллегам. В числе учеников школы вожатых – девятиклассница Настя Скулкина. Лето она планирует провести с пользой – работать вожатой на дворовой площадке. Люблю играть с детьми. Хотелось бы пройти курсы подготовки вожатых, школа подготовки вожатых. Вот, научиться, как нужно вести себя с детьми, получить какой-то опыт от старших вожатых. Вот, и потом, чтобы в дальнейшем хотелось бы работать летом на дворовых площадках. Опыт прошлого года показал, вожатые оправдали надежды своих наставников. На дворовых площадках в период летних каникул работали более 20 выпускников школ. Многие из них готовятся стать волонтерами уже студенческого педагогического отряда «Молодой». Ребята были очень активны, на самом деле проявляли огромный интерес, большую ответственность, получили слова благодарности от родителей, бабушек и дедушек, которые не боялись оставить без присмотра своих детей, и отлучившись куда-то, знали, что дети будут заняты, будут вовремя отпущены пообедать, и день их закончится на самых ярких впечатлениях, и они с удовольствием будут ждать следующего утра, чтобы встретиться со своими любимыми вожатыми. Работа с детьми – это постоянные игры, конкурсы и орлятские песни. Этому вожатым еще предстоит научиться. Но не все, кто пришел на первое занятие школы подготовки вожатых, получат возможность работать на дворовых площадках. В конце учебного года ребята должны сдать экзамен. Только после этого они могут назвать себя квалифицированными вожатыми.